В Чувашию с рабочим визитом прибыла делегация Завьяловского района Удмуртии. В повестке визита круглый стол на тему «Муниципальное образование. Курс на стабильность и развитие». Чебоксарские и Завьяловские районы – пригородные, густонаселенные, с развитой промышленностью. Вполне логично, что и проблемы у них схожи. Вопросов много. Защита экологии, мини-миграция и другие. Главы районов и сельских поселений обсудили и благоустройство населенных пунктов. Мы постараемся услышать и для себя принять те наработки, с которыми поделятся наши чувашские коллеги, и применить их у себя в Удмуртской республике. А проблемы, знаете, они одинаковые у всех. Просто у кого-то они больше решены, у кого-то они еще находятся на начальной стадии решения. Такие обмены и встречи проходят не в первый раз и достаточно плодотворные. По примеру Чебоксарского района, по итогам работы за год стали премировать лучшее сельское поселение Завьяловского района. Все вот это вот, оно позволяет более активно защищать интересы местного самоуправления, более активно продвигать тот положительный опыт, который наработан у нас. Все это в конечном итоге должно решать вопросы местного значения, вопросы развития территории, то, чем сегодня озабочены власти на местах. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.